Когда Иса выходил из ворот храма, один из учеников сказал ему: «Учитель, посмотри, какие камни, какие здания!» «Видишь эти величественные здания?» — сказал в ответ Иса. «Здесь не останется и камня на камне. Все будет разрушено». Иса сидел на Оливковой горе напротив храма. Когда рядом больше никого не было, Петир, Якуб, Иохан и Андер спросили его: «Скажи нам, когда это произойдет, и какое знамение даст знать, что все это вот-вот исполнится?» Иса начал говорить им: «Смотрите, чтобы никто не обманул вас. Многие будут приходить под моим именем, говоря: «Это я», и многих обманут. Когда вы услышите о ближних и далеких войнах, не бойтесь. Это должно произойти, но это еще не конец. Потому что народ поднимется на народ, и царство на царство. В разных местах будут землетрясения и голод, но это лишь начало родовых схваток. Будьте бдительны. Вас будут отдавать под суд и избивать в иудейских молитвенных домах. Из-за меня вы будете стоять перед правителями и царями и свидетельствовать им. Но прежде радостная весть должна быть возвещена всем народам. И когда вас арестуют и поведут на суд, не беспокойтесь заранее о том, что вам сказать. Говорите то, что вам будет дано в тот час, ведь это не вы сами будете говорить, а Святой Дух. Брат предаст брата, а отец своего ребенка, тем самым обрекая их на верную смерть. Так же будут поступать и дети, восставать против родителей и предавать их. Все будут ненавидеть вас из-за меня, но тот, кто выстоит до конца, будет спасен. Когда же вы увидите ужасное осквернение там, где его не должно быть, пусть читающий догадается, тогда те, кто находится в Иудее, пусть бегут в горы. Кто окажется на крыше, пусть не спускается и не идет в дом за вещами. И кто окажется в поле, пусть не возвращается за своим плащом. Горе будет в те дни беременным и кормящим. Молитесь, чтобы это не случилось зимой, потому что в те дни будут такие бедствия, каких еще не было от начала творения мира Всевышним, до ныне не было и никогда больше не будет. Если бы Вечный не сократил эти дни, то не уцелело бы ни одно живое существо, но ради избранных, которых Он сам избрал, Он сократил эти дни.